Всем привет, продолжаем прохождение игры Сёгун Total War дополнение Gone Rage. Мы играем за Японию. Так, у нас осень 1982 года. Сейчас Сатуни строит замок, десят. Пытаюсь монгол отсюда вытеснить. Так, плюс что нам нужно еще? Звездка интересно. Почему отсюда монгол? А, блин. Значит, генерал сейчас не может ходить. Пока. Так, значит, что нам? Вот эту армию выдвигаем сюда. Провинция аварии пока стоим. Здесь уничтожать монгол в провинции Тажина. Дожимать их там. Мы можем что? А, где-то отход, в общем, ждать. Так. Так, хочу, кстати, сюда каждый один привести, потому что монголы могут и отходить отсюда, тоже нам нужно вот эти самые такие провинции защищать от них. Потому что не знаю, когда у них пойдут подкрепления, но они могут прийти. Хотя, с другой стороны, вот эту армию нам нужно тоже дожать. Потому что сейчас они будут отступать куда-нибудь. И здесь вот повстанцы нужно как можно быстрее закончить. Так вот, не знаю, как будет ли еще раз атаковать. Их там, в принципе, сил уже немного остается все равно. Мы все равно атакуем, даже если мы проиграем этот бой, все равно будем атаковать, надо нам монгол бить. Отсюда вот тоже давайте перебросим подкрепление. Еще все силы нам нужно задействовать. Да, пускай вот это меня прикрывает и Чига, а лучше даже Дэвид перекрыть. Хотя нет, и Чига нам, в принципе, тоже много дает довольно. Финансов. Так, а я постройки в этом ходу. Портал строить нет, в общем, Шимози. Я вообще, короче, буду развивать вот эти провинции, которые на юге, потому что здесь там монголам тяжелее будет до них достать. А, кстати, хотел еще, знаете, что здесь? Хотел здесь вот провинции Кии тоже будем развивать по военной части эту провинцию. Так, и завершаем мой ход. Мимасаки доджи кавалерии построилась. Ничига большой замок. И Тачи строительство крепости закончили мы. Вот зараза. Повстанцы Шинаны захватили. Мне там только постройки сделали. Да, вот этот вариант я, конечно, посчитал. Провинция Киуга захвачена. Кикуга. Да, Кикуга захвачен. Куда они отступают? А, вон они, куда можно в Акасу отступить? Ну да. В Оми провинции тоже отступают. В Мина. Тоже Никого не те же знают, что пивши нам захвачен, ну да. 8414 прибавка, блин, эти повстанцы мы тоже уже задолбали, если честно. Так, вот этих нам нужно в любом, по-любому раскатывать нам. Сначала смотрим, что здесь у нас. Ого, куда они поперли. Тут вот что у них за отряды? Только группировка справится, нет? Объединили там свои силы все.
все равно нужно по ним ударить нам. На этом ходу мы делаем найма. Здесь вот лучников наймем. А пока нанимать некуда. Вот шинаны жалко захватили, блин, уроды, а. Сейчас они повстанцы везде зайдут, надо перекрывать здесь все пути. По крайней мере, особо важные. Так, вот что у них там за армия в Татоме? Попробуем Татоме захватить. Здесь нанимаем конных лучников. Где я могу еще нанять теперь? У меня теперь ограниченное число наймов, может быть. Здесь самурай в Яре. Вот в хиды монголы не стали наступать. Так, завершаем, в общем. Найму я везде, кажется, сделал, где хотел. Здесь нанял, там нанял. И в хитачи. Завершаем ход. Поставим большой замок. Киев. Замок. Так. Шимози, улучшенная ферма. Да ты смотри, так и будет, когда они теперь эти монголы бегают, пока их не прижмешь. Вот бегают туда-сюда. Повстанцы пошли в разнос теперь. Планеты захватывают. Кассы покидает уже. Так, кто здесь мы в провинции Татоме? Будем сражаться с повстанцами. Так, нажимаем продолжить, атаковать. Сражение. Копейщики выдвигаем вперед. Валерий у нас пойдет на фланге. Так, повстанцы здесь, конечно, обладают. Мы же будем надеяться на умение наших воинов. Посмотрим, кто у них в этом составе, это может быть не Харми вообще мощнее, чем мне. Вот такие самураи лучники, алгалитчики, самураи яри, алгалитчики, алгалитчики, самураи яри. Да уж, у них огромное количество стрелков. Так, а у нас командир первый победчик, да, самурай яркий.
Хотя нам все равно придется в замке отождать. Он так завалил там, бежал за ним, сука, теперь залпом сделал. Если добили, там еще один отряд остался, там тоже возьмем. Сколько бы вы не бежали, не тяжело, у меня все равно Валерий бегает быстрее, чем вы. Резкий. Да.
Все, победа. 167 бойцов мы потеряли, противник потерял 794. Войны цветотоны захвачены. Восстание в подданных Иги. Генерал продвинут. Так, в общем, оставляю здесь минимум войск татонные. Также наступаем, давайте на Микаву. А, ну это вас повстанцы были. Куда они в Хиду могут отступить? Эту армию мне по-любому сейчас нужно зажимать. Этих тоже нужно добивать. Так, на этом ходу у нас строительство. Так, Хитачи строим. Знаменитый доджи кавалерии. Да, я знаю, мятежники могут в Казуке сюда войти. Кто-то готовил. В общем, нам нужно сейчас на севере создать мощную группу. Так, а сюда я в Хиду не могу поставить? Нет, в Хиду я не могу тоже. Придется мне перескакивать. И все, вот этот отряд монголов надо зажимать. С отцу не строим. Знаменитый доджи лучников. Ки строим. Доджи лучников. Так, Шимози могу какую-то экономическую. А, тут нет. Нет, не строить, кстати. Строим здесь превосходную ферму. И завершаем ход. Ты посмотри, а. Так, в провинции Бузен. Наших сил 1650, монголов 966. Тут мы их подловили, получается, да? Да, идем в бой. Нажимаем продолжить, атаковать. Часть сражения. Так, сейчас я расставлю свои силы. Первую линию подходить лучники. Вторая линия разболельщики, даже не с ними так оставить. Пойдут.
вообще не убили. Часть лучников ставим на фон. Другой фон ставим на нашу тяжелую кавалерию. А, стоп. Пока тут перестраивают, монгол уже все решили делать по-своему. Так, давайте на тяжелую кавалерию. Давайте сходим. Да, конечно, мы можем стоить нам того, что мы выдохнемся. Корейский копейщик. Ну давайте. Корейский копейщик. Так, нет, давайте по корейским стрелкам. Кажется, что мои диски от этого отступать к своим основным силам. Как болельщик сюда вот видите. Основные силы сюда. Один отряд. Отходите, отходите, надо с ним драться. Отходите, отходите. Так, Сайк, куда вы нам кидаете? Иди вообще, отходите. Уйди что-либо, что ты делаешь? Я сказал отойти всем. Да уйдите, что-то не берёшь. Отстаньте его. Пока если эти копейщики не завалишь, то ты бы там. Главное, кавалерия, посылай, убирайся под копейки, а вы кидайте. Отправился на копейки, а вы там все побежали. Все сюда. Что там убили, товарищ, теперь его армия разорена. Конечно, мы убили командира. Перебегает. Живой нам пришли за собаку. Так он стрелков вот сюда вот. Балеты сюда. Лучники. Сюда вот.
попытаться подходить. Кто сейчас будет завести по мне? А, вот бегали. Вот как мы тут попали, тут скажем. Потом бегнем сюда добивать уже. Давайте потом закусим, пока не будет вернуть уже. Забудем вертать чайник. Да, так не бежали. У нас кавалерия только не смотрит. Это большая банда ушла. Давайте хоть этих муж перехватим. Исключение. Кавалерий за большую потерю понесет. Сейчас попробуем кавалерия отойти, получится. А то сейчас мы без кавалерии потеряем. Девушки, давайте поактивнее работать, как потерю. Здесь так можно выдержать. Не могу там еще не убегают. Давайте быстрее, быстрее, быстрее на помощь. На помощь нашу кавалерию надо. Какие у нас отряд? На стену не сражался. Тут валяется сразу. Я не знаю там все. Надо закидать пультами все. Победу не победу. Таким потерянным.
Конечно, не убегает. Три отряда был полнокровных кавалерий, осталось совсем ничего. Тяжелые ноги. Вообще ни о чем. Победа как поражение. 48 бойцов на стреляли, а Филипп потерял 700 скорости. Провинция Гузен захвачена. Гузен, Монгол, Китай, кто не был. Так, теперь провинция Ига. Атаковать. И начать сражение. Плохо, что у нас здесь нет кавалерии. Противник у нас там. Кто у него там, корейские стрелки, кто еще? Давайте выщемте как можно быстрее нужно сюда добраться. Давайте вышли. Нам на фланг же отходить, чтобы следить прямо на них. Бесполезно. Поражение, к сожалению. 270 бойцов мы потеряли, противник потерял 84 всего. Так, еще одно сражение с монголами. Как цели тяжело мне монголы дают вообще. Так, кто у них там? Корейские стрелки, монгольские легкие кавалеристы. Вот где не надо эти монгольские легкие кавалеристы, а где нужно было. Уже
власть не смогла кто-нибудь поднять. Скоримся на это. Где мои лучи? Ну послал же, убрал, ну где вы там? Как всегда. Давайте на 12 плюс мы спасти положение здесь, наверное. Сейчас начнут они бегать. Солдаты убили
или вражеская крыша, теперь его армия разорена. Лучники вернулись, давайте по кавалерии по-вражески. Пока мы с чуваками воюем. Быстро отступайтесь, ну? Нет, да выйдут, пока не отступают. Лучники наконец начали сюда подложить чувакам. Здесь, я думаю, мы должны победить его. Сейчас начнут опять нас искусственно. Ускоримся, давайте. Вот что я ненавижу конным стрелкам сражаться. Итак, 37 бойцов мы потеряли, противник потерял 617. Чизон захвачен, провинция аварии. Потеряна, кто там? А, мы же не сражались. Точно. Еще в Микаве. О, еще один бой. О, зато мост. Так, в общем, подводим нашу стрелку сюда. Рядом фактирует возможно. Так, это корейский гвардейц, поэтому пока используем только пехоту. Кавалерии пока стараемся не нарываться. Так, успею, нет всадника, кстати, помните, стрелковый. Помогали нашу походу. Так, подходите, опа, тяжелый кавалер. Потом полезный глаз.
хоть лучники здесь немного помогут. Наконец-то. Большой, а вот враг не сможет нас победить.
все равно не сражаюсь, он тот дальний генерал. Убить командира не сражаюсь. Но это недолго, все убегают. Кавалерию на догонку. Можно даже тут догонку сразу. Кавалерия у нас там пока выбежит сюда. Все, он будет ускоряться, я думаю. Все, продолжим. 255 воинов мы потеряли, противник потерял 258. Кау захватили. Кагу. Да, может, Кагу лучше оставить нам? Или сходить с ними? А, давайте пока оставим. Противник провинции. Ну, да что ты, кто там все? Создали мы тут уже такую мощную группировку в Ичига. Занимаем отряд кавалерии. Хотя Мусаши провинция отобьем. Дальше. Объединяем наши разрозненные отряды в один мощный кулак. И снова наступаем на провинцию Ига монгольскую. Под Ямашин сейчас нас могут захватить, но это фиг с ним. Нам вот их главное здесь разбить. Давайте в Акасе может оставить этот отряд. Принимаем конных стрелков Мимасаки. Смотрим, что у нас здесь получается. Я туда не могу продвинуться, что ли? Их там, в принципе, какой-то маленький, а так может быть наушниками. Атаковать здесь все-таки. Так, тут у нас сколько? 6 всего отрядов, правда, будет. Маловато, конечно. Но мне надо еще вот этих повстанцев разбить, потому что они заколебали захватывать. Мало того, что захватит, все еще разрушает все постройки, но вот это бесит. Что когда они захватывают, все постройки разрушаются. Все, что я строил непосильным трудом, тратил огромное количество денег, все это рушится просто. Из-за каких-то мятежников. Пока никого не можем нанимать. В общем, Масаки я знаю, сделал. Итачи знаю, сделал. А, в Сатуми еще не сделал, наверное, 10 копейщиков нанимаем. И все, на этом наш серый конец завершается. Всем пока.